Компания Ezel, на самом деле это Ezel Group, имеет одноименный бутик уже достаточное количество лет, уже чуть больше 15. Но интернет-магазин существует порядка 6 лет. И интернет-магазин занимается очень интересными брендами. Модными, новыми, российскими, иностранными. И люксовой линейкой тоже. Поэтому покупатели у нас очень интересные и разнообразные. Нет основной целевой аудитории. Понимаете, вот невозможно сформулировать одно ядро. Да? Потому что в связи с тем, что бренды реально вот разные, и разные направления сейчас в моде, то получается, что есть ядро, которое любит совершенно вот модные новые дизайнеры, такие прям молодежные, молодые. Но эта аудитория не только молодая, да, это разного возраста люди. И они любят вот эту новую моду. Дальше они ее могут миксовать, собственно, с классикой жанра, да, и любить могут и покупать, собственно, бренды такие уже более известные. Есть, соответственно, люди, которые носят только люксовые бренды. Но тренд в целом сейчас не только в России и в мире, это именно микс брендов. Популярные там модные одежды, эксклюзивные дизайнерской, плюс вот, соответственно, эти столпы моды. В бутик идут люди, наверное, больше действительно за такой невероятной, да, брендовой одеждой. Плюс люди, которым очень важно прикоснуться, собственно, к вещи перед ее покупкой. Это все-таки такая вот аудитория, которая... Наша лояльная аудитория, которая знает компанию и туда ходит. И новые люди, которые вот пытаются, да, знакомиться с этими брендами. Интернет-аудитория, она шире, там действительно больше молодой аудитории, но и аудитория, которая уже привыкла к этим брендам, знает, например, размеры и знает, как этим пользоваться, она вот легче идет, собственно, в интернет. У нас был поп-ап. Вот, это когда очень красивое, прекрасное, чудесное пространство, не в ряду с магазинами, а в центральном, соответственно, холле. Это все оформляется определенным образом, и там есть вещи, которые, собственно, можно купить. Вот. Помимо того, что мы представили там очень интересный набор брендов, мы делали там различные мероприятия с нашими посетителями. К нам приходила школа шопинга Татьяна Тимофеева, к нам приходил People Talk. К нам приходили известные дизайнеры, например, такие как Рогов, и они были у нас звездными продавцами. Собственно, они были продавцами и стилистами, и, безусловно, посетителям это очень нравилось. Мы сейчас работаем над такой серьезной для интернет-магазина задачей – это уменьшение количества возвратов. И работаем каким способом? Собственно, поиском технологий, которые дают точное представление о размере вещи. Да, не секрет совершенно, что, да, вещь нужно померить, и часто люди заказывают по два одинаковых размера одной вещи. Таким образом, вещи едут обратно. И это потеря для компании, в принципе, когда вещь, она едет, она возвращается, это время, вот, это доставка, стоимость доставки. И вот как раз на текущей конференции я выступала вместе со стартапом, который представляет технологию представления вещи и ее точных размеров. Там у них два блока есть, когда клиент дает свои точные размеры, эта платформа имеет определенные накопленные данные по там данным нашего магазина и по своим там другим источникам, и делает предположение, что говорит клиенту: этот размер подходит вам больше. Вот это такая более простая история. А есть история, когда вещь фотографируется, у них есть для этого специальная автоматизированная, собственно, система, вещь фотографируется, и точные размеры попадают в систему. Клиент тоже говорит, все равно в любом случае мы спрашиваем у клиента его ключевые размеры, и там система уже дает вообще понимание, как эта вещь будет выглядеть на клиенте. Самый популярный вообще в принципе, и у нас тоже, это платье. Вот. У нас больше все-таки аудитории женской, у нас мужская одежда тоже присутствует и детская, но женщин пока у нас больше. Ну и ассортимент у нас, скажем честно, сейчас пока больше. Платья самые популярные, у нас есть популярные цвета, и мы их даже по регионам знаем. Но они тоже совершенно не секретные и часто встречающиеся. Ну, яркие, красные, черные – это вообще, в принципе, для платьев, ну, вот такие самые-самые известные цвета. Вот, есть регионы, которые любят более яркую одежду. Это юг традиционно. Вот, и там наши всякие там Уралы, они любят более там такую классическую одежду и темных цветов. Но
Значит, в последнее время модницы Урала, мы специально отметили, стали покупать очень яркие вещи. И обувь, вот там, ну, сейчас вообще тренд кроссовки. Вот, яркие кроссовки со стразами, яркие платья. Вот это вот мы заметили. Это интернет-магазин, это все диджитал, онлайн-каналы, как вот их сейчас по-разному называют. Мы занимаемся много ивентами. В бутике у нас часто проходят очень интересные мероприятия, направленные на разную аудиторию. Оттуда же потом и двигается, да, там информация по сарафанному радио.